С годами Элайджа сильно изменился. Опустил руки. Мы держим его на седативных препаратах. И для этого есть серьезная причина. Он слишком умен. Вы больше не одиноки. У вас два новых друга. Вы трое убедили себя, что обладаете неординарными способностями, как герои комикса. Я разработала эффективное лечение данного расстройства. Свет заставит различные личности выйти наружу. Por favor, señora, верните мои наушники! Держитесь подальше от пульта управления. Зверя не победит! Так вы не пожмете мне руку и не выпустите отсюда. Очаровательно. Что вам здесь нужно? Пришел убедиться, что рассказы о необыкновенном существе истинны. Я желаю увидеть зверя. Я Мэри Рейнольдс. Мне нужны твои способности, чтобы вызволить нас отсюда и показать миру, что мы существуем. Похоже, плохие парни объединяются. Ты веришь, что ты ангел-мститель? Партнер. Я верю. Отомсти за нас. Я обязан выбраться отсюда раньше него. Они под замком. Они вечно недооценивают силу разума. Началось, Дэвид. Я нашел того, кто не уступит тебе по силе. Зря ты прячешься в тени. Тебе ведь хочется нас остановить. Многим придется умереть. Ну что, чьи булочки хотят сосисочку? Люди не должны обладать подобной силой. Наконец-то мы вместе покажем миру, на что мы способны. Пора выбираться отсюда. Что вы натворили, Элайджа?